Эльдегард появилась на свет не случайно. Она пришла в мир, чтобы изменить его. Ей суждено было стать первой свободной женщиной. Женщиной будущего. В 2 года она училась читать. К 3 годам она уже писала. Каждая минута ее жизни была распланирована. В 14 лет она начала изучать право, медицину и философию. В 17 она стала самым молодым адвокатом Испании. Когда режим рушится, нужно строить новый. И неинтересно, как она пишет о сексе. А Бельберилья очень приятно. Мы хотели пригласить вас на партийное собрание. Это мужчины, они хотят нас использовать. Тем более стоит пойти на эту встречу. Мы должны сами отстаивать свои идеи, без посредников. Дамы, юный гений, Эльдегард Родригес. Без лишних толкований. Я должна их знать.